Дополнишь еще что-то? Такой вопрос. А как ты вот, ты отвечаешь на вопрос, вот как ты знаешь, что так надо ответить? Вот я задал какой-то дурацкий вопрос. Ну, не дурацкий, какой-то вопрос. Как вот ты видишь, как надо ответить? Или как ты... Ну ты что, я тебе не покажу, у меня здесь книжка, я себе готовлюсь, я знаю, что Николай придет, задаст вопрос, я книжку открыл, почитал быстро, ага, с таким вопросом Николай придет. Я уже подготовился, все себе написал, что отвечать. Но ты расширенный настолько, и на Николая вопрос тоже. На всех, кто будет приходить, ты полностью расширен на все вопросы. У тебя нет ограничений, и ты всегда знаешь ответы. Там же не в ответах роль или сущность, или смысл какой-то. Там смысл в свободе. Да. Да, это когда ты прыгнул в воду, и ты плывешь в какую сторону хочешь. Вода тебя не ограничивает, она не говорит, только туда плыви. Куда? Николай, ты туда не плыви, куда ты поплыл? Ну, надо туда плыть, ты же туда прыгнул, когда прыгал. Ты же хотел туда плыть, а чего ты поплыл туда? Нет, она говорит, ну, а когда выходишь из воды, то вообще, куда хочешь идти? Ну, здесь, говорит, стой, куда ты пошел? Не туда. Ты такой идешь туда, куда ты думал, да? Стой, куда ты? Ты уже опять не туда пошел. Иди туда. Я такой, да ё, куда мне вообще надо идти? А ты себе не задаешь такого вопроса. Ё, это куда мне надо идти? Он такой, да, сейчас у нас не переживать, все буду делать как положено. Все по правилам. Ты живешь по правилам просто, поэтому ты не видишь ответ. Это вот ограничение, это правило. Но только ты правила разрушаешь, ты расширяешься, все. Ты уже становишься... Тебя эти правила не могут ограничить. Ты полностью, ты такой, блин, ты идешь, и тебя никто не говорит, ну ты тебя, а куда ты пошел, почему не в ту сторону пошел, а туда ли ты идешь, а хлеб тот ли ты взял, а надо было тот взять, а ты сегодня не тот хлеб взял, а хотел тот взять, а ты пришел туда, а хлеба нету, а ты пошел вообще в другую сторону, зачем ты это делаешь, надо было спросить, подождать, хлеб когда испекут, потом опять вернуться в этот магазин. Ты полностью свободен всегда.